У меня есть один рецепт. Нужно срочно переводить всех чиновников в индивидуальные предприниматели. Надо сделать ИП министра ЖКХ Московской области. И пусть у них будет свой KPI, пусть они получают зарплату, сами организовывают свой персонал и платят налоги. И конкурируют между собой, чтобы они реально работали как предприниматели. Тогда я думаю, что и налоги будут платиться, и коррупции не будет. И реальная экономика страны выстрелит.